Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». В студії працює Марія Савицька. Безпритульні тварини та евтаназія на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин» викликали неабиякий ажіотаж і на місцевому, і навіть на всеукраїнському рівнях. Сьогодні ми продовжимо цю тему, і гость у нас в студії – директор комунального підприємства Миколаївської міської ради «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський та громадська активістка, зоозахисниця Наталя Данилюк. І я хочу зазначити, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 47 74 72. Якщо у вас є запитання, телефонуйте, ми будемо на них відповідати. Доброго вечора. Здравствуйте, Марія. Вам, шановні гості, я вітаю вас в нашій студії. Ну, враховуючи те, що ми продовжимо тему, про яку, на яку ми говорили вчора. Вчора говорили здебільшого стосовно юридичних питань. І у мене таке питання. Власне, які показання до евтаназії? Яка собака може бути присиплено, так це правильно називається? Будь ласка, значит, ну, мабуть, до вас питання. Да, скоріше всього, ко мені, тому що всі питання по евтаназії зараз ко мені. Я зараз чуть ли не головний враг людства і так далі. Значить, показання по евтаназії перечислені в діючому законодавстві. Це, предположим, я зараз всі дословно не вспомню так сходу, але перший з них – це агресія некоректируемая. Также есть показания к эвтаназии – это изменение психики от долгого содержания в замкнутом пространстве. Также показаниями – это заражение болезнями, опасными для общества, для человека, и которые могут передаваться человеку. А скажіть, будь ласка, чи можливо працювати з собакою? От ви кажете, якщо тварина певний час живе у замкненому просторі. Чи можливо працювати із психікою собаки? Чи якщо вона вже склалася, то виправити неможливо? Ну, це практично незмінне, безвозвратне змінення психіки. Так же, як патологічна боязливість. Тоже є таке поняття, як показання к евтаназії. Тобто це характеристики собаки, которые изменить практически невозможно. Ну, дивіться, на форумах та в соціальній мережі Facebook є багато повідомлень, ну, враховуючи те, що, ну, скажімо так, це топ-тема. Багато повідомлень про те, що люди приїздили до центру, аби взяти собі додому собаку, але їм відмовляли. Тож, я, наскільки розумію, є певні показання до того, щоб відмовити. Я, наприклад, не можу приїхати на комунальне підприємство і обрати собі собаку ту, яку я хочу. Є певні показання, яким чином люди можуть взяти собі собаку додому. В більшості випадків, коли людина приїхав на КП і вибрав собі собаку, ну, скажімо так, йому порекомендують, допустимо, що він скаже, що він хоче. Тобто йому потрібна маленька ігрушка або собака, допустимо, на стоянку для охорони. Це різні немножко собаки. Во-первых, йому порекомендують, яку вибрати. Во-вторых, если он выберет, и вот кинолог будет видеть, что явно эта собака ему не подходит, он, естественно, даст рекомендацию не брать ее. В некоторых случаях просто запретит, но это достаточно редко. А чему, чему запретить? Чему ну, например, приходит молодой человек, хочет забрать, у нас там сейчас есть отказной азиат. Это полуторагодовалый кобель, азиат – это серьезная собака. Не всякий человек с ней справится. Наши кинологи, например, там одному человеку отказали. Потому что человек хочет взять, у него нет понимания, что такое азиат, у него нет понимания, как с ним заниматься. Он себе представляет, что он возьмет классную собаку домой и будет с ней баловаться. Но с азиатом нельзя баловаться. В этом случае мы можем отказать. В большинстве подавляющих случаев собаку забирают без всяких проблем. И эти рассказы о том, что мы пришли, нам не отдали, это либо какие-то недоразумения, просто недоразумения, то есть пришли, допустим, в выходной, там никого нет, никого не предупредили, там сторож, он, естественно, не отдаст. Либо це банальні провокації. Скажіть, будь ласка, та програма, за якою має працювати комунальне підприємство, чи є вона, ця програма, чи немає її? І під час передостанньої сесії йшлося про те, що будуть розробляти нову програму. Чим вона має кардинально відрізнятися від того, що існує зараз, від того регламенту, за яким сьогодні працює комунальне підприємство. І чи враховується, наприклад, європейський досвід у складанні подібних програм? Адже, наскільки я розумію, враховуючи ту кількість собак, яка сьогодні є на вулицях, то програми, вони, ну, вони не працювали. Ну, не має бути стільки собак на вулицях міста. Ну,
программа, которая работала до Нового года, официально, которая была, до конца 2017 года. Это была программа, основанная на принципе ОСВ. Отлов, стерилизация, выпуск. Ну, точнее, ОСВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Она у нас, в принципе, не жизнеспособна, эта программа. Почему? По той простой причине, что она, как бы, она работает не на таком количестве собак, во-первых, какой есть у нас, и при совершенно другом уровне финансирования и организации этого процесса. В нашем случае, ну, скажем так, убить половину бюджета города на то, чтобы собаки счастливо доживали на улицах свой век, при этом кусая людей, я считаю, это неправильно. То есть у нас упирается все в то, что собачку нужно отловить, стерилизовать и выпустить. То есть все предыдущие, там, допустим, 2 года предприятие было направлено на это. То есть основная задача – как можно больше стерилизовать. За это платили с бюджета деньги. Все остальное было неинтересно. Алеш, я абсолютно точно знаю такі випадки. Наприклад, на території 299-ї бригади тактичної авіації близька до мене людина намагалася якось цуценя врятувати. І до цього цуценя кинулася мама, наче стерилізована, наче чіпована. Але от. Є огромне кількість цих прикладів. Мені лично, от, ну, как минимум 2 человека близких мне людей, которые мне врать не будут, мне нет ни малейших сомнений в их словах. Один возле стадиона живет, он видел клипсованную суку со щенками, непосредственно были ее щенки. А второй забрали собаку там, в село, которую тоже вроде бы как постерилизовали, но она родила. Это только те, которые вот, ну, те, что мне известны сейчас. Огромное количество этой информации проходит. Здесь очень большой соблазн. Дело в том, что собаку, для того, чтобы получить из бюджета на нее 2000 гривен, ее нужно провести процедуру определенную, которая прописана в этой калькуляции. Это отловили, 7 дней передержали, кормили, потом отстерилизовали, еще 7 дней подержали и отдали. То есть это 14 дней, ее нужно кормить, плюс медикаменты, плюс прочее. Я просматривал журналы за предыдущие там, 1,5 года. Там большинство, ну может быть не большинство, но значительная часть собак, вот приходили, сегодня пришли, завтра их выпустили. Как это происходило? Ну, как по мне, так это немножко неправильно. То есть человек привозит, собаку приняли сегодня, 26 числа, допустим, да, или любого там. И 26 же числа написано, что она уже передана обратно. Это называлось кураторские собаки, самозавоз. Но эта собака пошла в отчетность как стерилизованная. И за нее было заплачено на предприятии из бюджета там 1,5 или там 2000 там, до 2017 года. По калькуляції. А чи правда те, що для того, щоб знизити популяцію, ну, в максимально короткий термін треба стерилізувати, ну, там, 80-85%? Це основа теорії ОСВ. Для того, щоб реально воно работало, ця програма, щоб работала, по-моєму, 75% – це мінімальний порог. Практически единовременно в течение, ну, что-то около года, по-моему. Я дело в том, что не настолько хорошо знаю эту программу, я считаю ее в корне неприменимой у нас, вот просто неприменимой, исходя из социально-экономической ситуации в городе. То есть просто эта программа у нас не работала и работать не будет. Поэтому я сейчас стараюсь добиваться того, чтобы все-таки была немножко другая программа, компромиссная. Какая программа, на ваш погляд, який может быть компромисс, враховуючи те, ну, який розголос отримала ця ситуація. Я перепрошую, ми поговоримо на цю тему. У нас є дзвінок до студії. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка. Здравствуйте, мене зовут Альона. Ваше питання, будь ласка, Альона. Я хотіла спросить, достатньо складно, звісно, цей питання по поводу евтаназії, просто тому, що любителі животних, любителі собак, которым, ну, которые прикармливают их возле своих домов, они, они любят их и припекают к ним всей душой. Но вопрос такого плана. Если собака проявляет агрессию, то каким образом тогда людям можно регулировать это поведение, кроме как не эвтаназией? Просто потому что если собака... Ну, тут в любом случае, как сказал Александр, жизнь человека в первую очередь, а тем более ребенка. И тогда какое имеют право моральное люди, которые защищают якобы собак, ставить жизнь человека выше, чем ниже, чем жизнь собаки? Извините за сумбурность. Дякуємо за запитання. Ну, мені здається, що відповідь тут, ну, питання риторичне.
Не совсем риторично. Я бы не согласился с этим. Потому что есть многие люди сейчас у нас, вот эти же группировка собакозащитников, они не считают, что жизнь человека выше или здоровье его дороже, чем жизнь или здоровье собаки. Их немного, но тем не менее вы видите результат их деятельности. Наталя, а от до вас питання. Я знаю, що ви давно займаєтесь, ну, там, зоозахисна організація є, членом якої ви є. Чи рятує, наприклад, стерилізація і такий от догляд за твариною від агресії? І, наскільки я розумію, я теж власниця собаки, тому я, ну, певним чином я знаю, про що кажу. За певний час собака, коли живе на певній території, вона почне її захищати. І дійсно жінка Олена правильно каже, а як тоді, ну, що робити? Що робити людям в такому випадку? Маша, якщо ми беремо как бы, окремих особей, да, там, то есть, тут йде індивідуальний підхід кожному животному. Якщо ми беремо вообще массовость, да, собак, которые присутствуют сейчас в городе, то не идет разговор о том, что угрожает какая-то одна конкретная собака, там терроризирует весь район. Самая большая проблема нашего города – это именно стайность. Стайность, в которой сбиваются дикие, одичавшие собаки, то есть в основном они там находятся на каких-то заброшенных территориях и так далее, плюс собачьи свадьбы. Стерилизация, конечно же, спасает от собачьих свадьб. Это однозначно. Но сказать однозначно на 100%, что стерилизованная собака не проявляет агрессию, ну это, конечно же, нет. Все зависит от каждого отдельно взятого животного. И... Ну, неоднократно так. Я уже и на вашей программе повторял, и везде, где я только был, что сейчас вот моя личная цель в первую очередь освободить город от стай. Те животные, которые сейчас забиваются в стаи и терроризируют районы, это не милые домашние животные. Это дикий хищник, который в третьем поколении вырос на улице. Вот. Он имеет все признаки стайного хищника. Это первая задача. Но в данном случае я сталкиваюсь с тем, что навстречу нет ни полшага компромисса. Мы остановились на программах, там, допустим, которые могут быть компромиссными. Не может быть здесь компромисса с вот этой группировкой, которая сейчас вот устраивает такую вакханалию в городе. С подачи некоторых личностей. На данный момент все равно, пока у нас работает программа, которая была принята в прошлом. Она не работает сейчас, она закончилась. Ну, есть программа развития ЖКХ, там немножко другая программа, которая у меня лежит на столе, которую я сейчас работаю. Я перепрошу, у нас еще есть звонок до студии. Доброго вечера, представьтесь, будь ласка. Алло, добрый день. Я хочу обратиться к руководителю защиты животных. Я уже живу на Спасской и на Шнейерсона. И вы знаете, вот мне 70 лет, и вот у меня покоя нету от собак. Очень много собак, и они тут окольцованы на ухе, все. Вот. И бегают стаями, а ночью у меня вторая группа инвалидности. Вот, я вообще не могу спать, открыть форточку, потому что они, понимаете, какие-то иры у них бегают сюда-туда. Я позвонила в общество защиты животных, там, Света, так, по мобильнику, там, диспетчер. И звонила в горисполком везде. Так вы представляете, выходит так, что собак защищают, а человека нет. И я смотрю, я бы хотела все время, ну, переговорить с руководителем, но я туда не знаю, я секретарь говорит все время нету, и я не могла, мобильник, у меня, конечно, его нету. Я смотрю, что нормальный человек и нормально начал вести свое дело. Наводить просто в своем хозяйстве порядке. Смотрю уже, и под горисполкомом там только сидят ротозеи, которые не делом занимаются, а только сплетнями какими-то. У них даже на лицах так написано, во всех там. Я перепрошую, власне, ваше питання. Що робити зі зграєю? Що робити зі зграєю, я вже не знаю. Мені нема покоя. Мені 70 лет, я інвалід 2-ї групи. Скажіть, будь ласка, і вони літають от по Спасській тут, і цілу ніч орут. Ви розумієте? Дякуємо вам за запитання. Олександр, це до вас.
У меня таких вопросов каждый день по 3-4. Приходят люди, пишут заявления. Было там и по 70 подписей, и от предприятий, и от жильцов. Что делать с ними, я знаю. Сейчас я последние несколько дней этого делать не могу. По причине блокировки полной блокировки предприятиям, вот этими вот людьми, для которых жизнь и здоровье этой женщины – ничто. Но жизнь и здоровье этих собак, которые ее терроризируют, для них святая корова. Ну, це з одного боку зрозуміло, з іншого боку, ну, власне, а компроміс доведеться шукати, так? Компроміс здесь только один. Есть очень понятная, прозрачная во всем мире отработанная схема. Она отличается мелочами, количеством дней, там, содержания на передержке, допустим, либо на карантине. То есть вот эта стая, которая сейчас терроризирует бабушку, она должна быть отловлена, помещена на то же КП. Несколько дней с ней должны работать кинологи, выяснять, какие собаки здесь имеют перспективу пристраивания, какие нет. Те собаки, которые имеют перспективу пристраивания, мы их делаем с ними всю процедуру, отправляем на передержку и начинаем работу по пристраиванию непосредственно. Но те собаки, которые явно видно, по мнению специалистов, что они своих хозяев не найдут, они должны подлежать эвтаназии. Потому что, как правило, это агрессивные, абсолютно, ну, скажем так, безбашенное слово просится. Собаки, которые вообще вот, ну, не найдут они своих хозяев. Специалист это видит с полуглазу. То есть вот подходит специалист к собаке и понимает, что эту собаку хозяин найдет. Она будет востребована. Вот этот дикий пес, который вырос там уже, он просто дикое животное. То есть это собака, которая хищник. Обычный уличный хищник. Я перепрошу, у нас еще есть запитання. Доброго вечера. Вітаем вас. Представьтесь, будь ласка. Добрый вечер. Я Виктор Иванович. Мне 70 років. Пропоную всім зоозахисникам, які захищають цих бездомних тварин, хай розбирають по домах, по домівках, по своїх присадибних участках, на дачі хай забирають. Дякуємо за пропозицію. Прийнято, ми услышали. А скажіть, будь ласка, от багато питань стосовно саме гуманності процедури евтаназії. Вот мы вчера, кстати, на этой как раз ноте завершили эфир, и очень хотелось бы продолжить эту тему. Так, Наталья, ну, насколько я разумею, вам вот еще сказать. Так. У меня, скажем так, больше, наверное, вопросов к Александру, чем есть что сказать. Вчера мы установили немножко в памяти, да, на том, что 70 собак проведена была сначала комиссия, потом гуманно эвтаназия, да. И потом утилизация трупов, насколько да. Я понимаю. И все это заняло промежуток пятница и часть субботы. Вся суббота. То есть пятница и суббота. Да. Два рабочих дня. Да. То есть, соответственно, состоялось заседание комиссии. Есть протокол, да, комиссионный? Конечно. В котором участвовали все эти 70 собак. И да. Каждую собаку, минимум по 15 минут, была осмотрена каждая из них кинологом, и каждая из них была осмотрена ветеринарным врачом. Процедурой занимались специалисты, они все были осмотрены, эти собаки. Это понятное дело, но не могли же 70 собак сразу так вот пройтись, просто так, на конвейер собак, пустить. Скажем так, эти собаки не вчера появились на КП. Это собаки, за которыми вот... Люди, которые сейчас работают, у меня наблюдают уже по 2,5 месяца, как это, минимум. Да, но ветеринарный врач, насколько я помню, находится на данный момент в отпуске или на больничном, и был приглашен лицензированный специалист, да. По вашим же словам. Он сделал свои выводы, это его право. По каждой собаке, то есть 15 минут, 10-15 минут на работу с каждой собаки. Потом это была гуманная эвтаназия, то есть опять-таки минут 15-20 на каждую собаку, составление акта, фиксация смерти... И все остальное. И я не считал временные интервалы. Даже возьмем по 10 минут на каждую собаку. И потом у нас идет кремация. Скажите мне, пожалуйста, загрузка максимальная крематора сколько? 180 килограмм. 180 килограмм – это общий объем. Загрузка максимальная это его – это 2 трети. Он берет крематор, отрабатывает того, за один цикл. До 200, если с маленькой перегрузкой. Вообще 180 килограмм. Сжигание полное сколько при этом по времени? Около 2 часов. 4. 4-5 часов. 2 часа сжигания, последующие 2 часа остывания.
Поднимите инструкцию, посмотрите. Полное остывание акклиматора – это и по инструкции, и по практике. В данную погоду минимум 6 часов. Ну, я не знаю, может, вы так с ним работали, у нас по-другому. Теперь, насколько действительно была проведена процедура вся, соблюдена в рамках закона, в рамках всех инструкций, актов и так далее. Если 70 собак, полчаса на каждую собаку, плюс кремация минимум должна была занимать еще 20 часов. Это ну, даже я вот не согласен с такими расчетами математическими. Но я в следующий раз, когда это будет происходить, я надеюсь, в следующий раз у вас не будет одновременного уничтожения 70 собак. Не уничтожение, а гуманного Гуманное усыпление – это если бы… Или вы сейчас хотите подвести к тому, что мы их поубивали, как это самое, как об этом я говорят сейчас просто, защитники? Скажіть, будь ласка, це взагалі прецедент для України одночасно 70 голів? Я не наводив статистику, но судя по реакції собакозащитників, наверное, прецедент. А Наталя, раніше таке було? Звісно, це прецедент. Ну, у нас в городе, во всяком случае, такого никогда не проводилось. Кто-то должен принимать непопулярные решения. Кто-то должен начать это делать. Но опять-таки это все должно быть в рамках закона. Сейчас проходит расследование, оно покажет, приступил я закон или нет. У нас є ще запитання, мабуть, останнє на сьогодні, тому що час у нас його майже не залишилось. Доброго вечора, ви в ефірі, говоріть. Алло? Так, доброго вечора. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна Васильевна. Я, как и большинство наших соседей, мы проживаем на улице Потемкинской, поддерживаем действия директора КП Голобородского и выражаем ему огромную благодарность за то, что он делает в целях охраны здоровья и безопасности жителей города. И нас удивляет позиция защитников и спасателей, и животных, когда на одну линию ставится вопрос жизни и здоровья и безопасности людей и жизнь собак. Разве это равноценно? Да, последние события, которые произошли в исполкоме, возмущают не только нас, а жителей всего города. И благодарим товарища Голобородского, который действует в рамках закона. Надеемся, что и в дальнейшем вы будете стоять на позициях, на правильных позициях, как и в этом отношении поддерживаем позицию горосполкома. Дякуємо. Я перепрошую, часу вже немає у нас. Дякую за дзвінок. Власне, собственно, ні о чому. Я на цій позиції стою ізначально і на ній продовжую стояти. Буду на ній стояти до тих пор, поки я директор цього КП. Життя чоловіка – це основна по Конституції цінність держави. У мене останнє запитання на сьогодні. Процедура поліція веде розслідування. Коли мають бути результати його? Ну, розслідування – це процес. Це процесуальне дійство, яке вони обов'язані всі провести, я не знаю. То ви до співпраці відкриті? Конечно. З ним. Що ж, я дякую за те, що звітали до студії, дякую за відповіді. Наскільки я розумію, тема ще не закрита. Можливо, в цій студії ми вже не будемо говорити, тому що втретє можна розмовляти довго. Але і новинарі, напевне, будуть відслідковувати і далі, яка ситуація в Миколаєві складається стосовно цієї справи. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді. На все добре вам. Дякую.